Хорошего вам настроения! Сегодня исполняется 139 лет со дня рождения великого английского писателя Сомерсета Моэма. В его книге, о которой мы сегодня будем говорить, причудливым образом смешан реальный мир и мир театра. А чем они схожи? У каждой семьи, допустим, свой театр. У кого-то, не знаю, семья большая, у кого-то маленькая. Кто-то, допустим, хорошо живет, кто-то плохо. Люди играют свою роль. У каждого своя жизнь, как в театре каждый свою роль играет. Роман «Моэма. Театр» – это история жизни актрисы, которая играла каждую минуту своей жизни. Не только на сцене, но и с мужем, старым возлюбленным, юным любовником, сыном, прислугой. Эта история изобличает способность человека всю жизнь носить маски. Эта книга заставит вас задуматься, как часто вы – это просто вы, без всякой маски. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми людьми, которые смотрят телевизор, шутит неизвестный автор. Сделайте правильный выбор. Удачи вам в делах, будьте грамотны.